пустая гонка. На самом деле, ну, что погода? Если рассчитывать только на погоду, никогда ничего не будет. А настроение замечательное. Собаки умные, красивые животные. Это всегда позитив. Они уже ждут гонку, волнуются. Так, готовимся к старту. 11:30 на старт. Один помощник опускается. Уйдет с новеньким телевизором.
Что? Нет, конечно.
участники. Очень полезная варежка.
Я здесь варю. Где вы сейчас пригодились? Там не только варю. Кстати говоря, друзья, у нас идет прямая трансляция, насколько мне известно. Поэтому вы можете прямо смотреть, что происходит здесь у нас на площадке. А, номер, номер. 00-24-34. 34. 34. Пошли, 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 пошли. Эй, хоп! Эй, хоп! Иди тут, чтобы нам обзорвать их следующим. Как я рад, что у нас так раз вышло все идет. А то порой так нет, а то во втором. У тебя реально счастливая рука. 4-3-4, прекрасно. Бесплатного интернета. Спасибо огромное. Ну что ж, друзья, остается несколько подарков. Осталось еще три приза. Три. Отлично. Три. От первого этапа. Нет. Осталось два, потому что один хочу. Но я думаю, что это правильно, да, друзья? Ну, помогало нам. Это потомный подарок. Вот тоже один. Я подозреваю, что на голову где у тебя будут... Итак, во-первых, очень важно будет все на высшем уровне. Справа от сцены у нас располагается зона питания, там вы можете выпить горячую водой, горячую еду, может быть, пиво, также есть две мобильные костюмы, которые располагаются на улице, если вам это подходит.
Многих рекордов мировых, который посетил несколько раз. Просто побольше улыбок, пока небольшая музыкальная пауза. Он пикает каждые 30 секунд. Они думали, что старт, и отпустили. Тут головные стоят спокойно. Одни только. Oh, my God.
да? Да, зарабатывать на хлеб, на мясо. О. Так. Сейчас эти ребята рванут. Девочка Серафима самая неголодная. Собирайтесь. Ha!
сюда, входи. Итак, следующий приз. Да, мы продолжаем. Но стоп, наш подарок, я напомню. Ваш номер должен... Я тебе скажу, он сидел в машине сзади. Грелся. Спасибо, а то лучше радуга. Поздравляю. Идем дальше. Слушайте, как попёрло, да? Да, здорово. Красивая рука. Мы просто, видимо, попали на всех. Четыре. Дальше. Нет, у вас воды. 20-12. Давай, тащи дальше. Так, подожди, если вы пришли 5 минут назад, то вы все равно здесь как раз будете присутствовать. Тащи. Дальше. Сейчас выйдем один подарок. Потом мы все выпадем и потом уже начинаем. 78. 74. 78. Ответьте здесь. Если вы здесь. Раз. Два. 3, 4, 5, 82. 48, очень подарок от Volkswagen, который мы, естественно, хотим вручить кому-то из вас. Да, тебе. Флажочек вручаешь. Есть вместе с интернетом от Самборона и флажочек вручаешь. Что это такое? Замерзло. Держи, замерзло. Ира, спасибо тебе. Спасибо, Ирина. Встречайте, девчонок. Спасибо большое Ирине. Она нам помогла. Ну, а мы скоро, буквально через минуту, получается, уже... Рыбий Чикс, клевые девчонки, горячие, жаркие, спасибо им большое. Если хотите танцевать, как они, приходите в их школу танцев про движение. Я бы уже выучил наизусть. Так что танцуйте так же, как мы, танцуйте хорошо, но все так же, как они, как мы танцевать не надо. Поверьте. Может быть, сразу. Жалко у меня билет, нет. Номер 24-11. 24-11. Удивительно. 24-11. Считаем до 5. Раз, два, три, четыре. Мимо. Так, давай посмотрим. 24-64. Есть раз? Да, серьезно. Сейчас все просто быстро. Держи. Сейчас, иди сбереги. Держи, у тебя весь интернет впереди. Спасибо тебе большое, это очень помогло. Давай, дядя. Друзья, а что сейчас будет происходить? Давайте, во-первых, я сейчас сфотографировался с вами. Все, 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 телевизор, так что будете рядом с нами. Так, ребятки, вам места хватит здесь? Скажите мне, не хватит? Еще нужно? Нормально, хорошо. Друзья, вторая мишка, студия девчонок и мальчишек. Мы начинаем с первого номера.
Представители с номером называется он Полька. Так что самым маленьким помогайте аплодисментами, поддерживайте их всячески. Они, конечно же, больше всего переживают. Но ничего, со временем вырастут уже больших артистов, будут уверенно чувствовать себя на сцене и за кулисами, не нервничать. Итак, напомню, хореографическая студия Анастасия Спирина и Наста. Можно им поаплодировать, самые маленькие, Полечкой. Классический танец, известный всем и каждому, веселый, задорный. И самое главное, дети, которые всегда вызывают милую. Наши участники с Полечкой. Еще пока только начинающие. Давай. Чем дальше, тем больше профессионализма, естественно, всегда и везде. Поэтому детишки в студии растут, обучаются. Сегодняшнего дня это телевизор. Поэтому... Он стоит за кулисами и ждет, ждет своего счастливчика, а плохая, а, 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 а.
Ну, а сейчас, я думаю, мы сделаем небольшую паузу. Друзья, если вы замерзли, то у нас есть и уличное кафе, и теплое. И 7 февраля кто-то победит. Что это прекрасно. Он получит фирменный крупный фольксваген. Борбач, палатку фольксваген. Ну, а Борбач и какие-то другие приятные. Ah!
Я за честность.
потом от пилотов хорошего настроения, вы не будете сразу ждать. И следующий номер. Сколько там попадает? А, ну и все, вот один сейчас кому-то достанется, а один его воспитанники пока еще учатся, но, наверное, в скором времени его уже сможет увидеть. Очень много выпускников школьной культуры можно увидеть в качестве режиссеров у нас здесь в Черноводске и в качестве артистов. Нет, нет.